С начала текущего года стартовал третий этап работы системы прослеживаемости зерна в ГИС «Зерно». Вследствие этого Россельхознадзор напоминает об обязательном оформлении товаросопроводительных документов, так как регистрация в системе обязательная. Всем участникам рынка, которые проводят операции по хранению, реализации, отгрузке, приемке, экспорту и импорту зерна и продуктовой переработки, необходима регистрация в Федеральной государственной информационной системе. Также им необходимо оформлять товаросопроводительные документы с ДИЗы в этой системе при проведении этих операций. Отметим, что с марта текущего года внесение информации в систему стало обязательным, а именно сведения о партиях продуктов переработки зерна, произведенных в результате первичной или последующей переработки, было добровольным. Подробно с изменениями можно ознакомиться на сайте ФГБУ «Центр агроаналитики» в разделе «ВГИС-зерно». Асия Тумалатова, Гаджи Гаджиев, новости телеканал «Среда».